Сегодня в программе «На самом деле» жена известного актера Ивана Краско, 27-летняя Наталья, утверждающая, что верна своему супругу, который старше ее на 60 лет. Полгода назад проверка на полиграфе показала, что она не лжет, но открылись новые обстоятельства. Молодой мужчина по имени Александр заявил, что у него с Натальей любовная связь, и она просто не решается бросить своего мужа, народного артиста России, из жалости. Что покажет детектор лжи и как отреагирует на результаты самого Краско, смотрите в 18:40.